Девочки, посмотрите, какое громадное. Какая громадная. О, красота какая-то, наверное, лиственница. Всем доброе утро. В светофор пошли. Вообще, сейчас покажу издалека. Очень красивая. Смотрите, что. Вот это красавица. О, наш светофор на самом окраине, девчонки. В самом конце города. Еле доперлись. Такая дорога тяжелая. Вообще. Ну вот, мы и дома. Так, девчонки, что я купила, покажу вам в светофоре. Так. Вот такой поднос. Конечно, я думаю, что он удобный. Но куда я его поставлю, пока не знаю. Ну, вот здесь что-то придется убрать, наверное. В общем, вот такой подносик. Вот. Так. 178 рублей, что ли. Купила мясо, свинину. 6 килограмм. По 220 рублей. 229,90. Ну, 230. Передок. Грудиночка как бы. Вот здесь одна вроде косточка только. Так, это магнит. Я еще заскочила в магнит. Купила батон. Купила рис. Вот такую увелку. И купила вермишельку. Это в магните. 105 рублей. Вот такой прямо хороший. 16 литров. А, 14 литров. 14 литров. Тоже всегда пригодится. Мясо. В общем, мясо буду разделывать, покажу. Свинина. Вот. Так. Ой. Мандарины. Я бы взяла и побольше, но не знаю, вкусные нет они, а то может какие-нибудь с костями, знаете. В общем, взяла. За нами приехал зять на машине. Позвонила. Ну что, тяжело тащить столько мяса. И таз взяла, и это. Сейчас чек я принесу. Вот такой сыр ни разу не брала. Сэндвичи. Здесь 16 слайсов в упаковке. Девчонки, попробуем. Вот. Это Мишка взяла. Пусть грызет. Такие вот чипсы. Краб. Пусть грызет, ладно. 50 с чем-то рублей. Взяла лимончик. Лимоны. Не соврать, 105 рублей, по-моему. Хорошие лимоны. Но мы их не очень. Вот, хороший лимончик. Как-то не очень. Вот один взяла. Девочки, сметана 20% жирности. Полкило. Так видно, что прямо жирная. Густая. Так. Сливки пастеризованные. Масса, доля жира 20%. Вот видите? 55 рублей. Сейчас попробуем. Конечно. Две взяла. Прямо видите ведь, что не жидкие, да? Вот нажимаю прямо. Вот видно же, да, девочки? Смотрите. Молоко сухое, сливки пастеризованы с использованием закваски на чистых культурных кисломолочных этих. Вот, прекрасно вообще.
Творога не было. Творога не было. Взяла творожная масса с изюмом. Ну, у меня Саша любит. Вот, здесь полкило. Ой, 83 рубля, что ли? Ну, тоже попробуем. Это такая коробочка, видите, не это. Не белая. А так она вот такая вот. Вот такая вот масса. Сейчас попробую. Прямо я не любительница. Вон даже изюм. Вон изюм. Я не любительница, но попробую и скажу. Сладенькая, вкусно. Угу. Нормально. Так. Масло. Я почему взяла? Потому что у меня сестра туда ездила вчера. Мы с ней по телефону разговаривали. Она мне сказала и про мясо, и про масло. Тоже, смотрите. Соленое и не соленое. 82,5. И племянница мне говорила, что хорошее масло. 500 грамм. 122 рубля пачечка. Вот. И говорит, взбивала крем. А, так, покажу. Сейчас скажу. Тоже. Состав. Вот. Видно, нет? Состав. Пастеризованные сливки. И это то же самое. Состав. Девочки. Говорят, вкусное. Но у меня всяко разное на стряпню уйдет. Мешки для мусора. 65 литров. 55 штук. Ой, 48, по-моему, рублей. И сыр. Все пусто. И сыр. Был нарезан для пробы. Вот. И я отщипнула здесь, видите, и попробовала. Хороший сыр. Не продукт. Вот. Сыр голландский 45. Вот два кусочка взяла. По 368,55. Прекрасный сыр. Я раньше брала российский, нынче взяла голландский попробовать. Вот. Даже видно. Видно, что хороший сыр. Смотрите. Все. Сейчас чек у меня, наверное, в кармане. Сейчас принесу. Сейчас, девчонки. Так, конечно же, закупка большая, но это надолго. Хватит мне всего. На 2 633,54, девочки. Вот цены. Вот. Мандарины. Мандарины по 69. Кило 130 вышло. Так, сыр вот этот 82. Вот этот вот, да. Так тут 16 штук. Ну, в общем, вот цены я показала. Так что у кого есть светофор... Я этот тоже не пробовала никогда. Сейчас попробую. Сейчас попробуем. Так. Руки помыть надо. Вот. Сейчас посмотрим, что... Ну, господи, не поваляешь, не поешь. Ну, ладно, он в упаковке. Бывает так, да?
посмотрим. Ну, честно говоря, не очень. Да. Не знаю. Будет, нет, плавится, не знаю. Ну, ладно. Вот этот не очень. Вот. Ну, а масло будем потом пробовать. Смотрите, какое хорошее масло. Сейчас, где натуральное масло увидишь? Нормально. Сыр я пробовала. Сметана видно даже. Вот видите, прямо такая. Ну, видно, что густая, да? Не вода. Ну все, девчонки, ладно. Сейчас приберу все это. Уберу, приберу. Да, этот сыр не очень. Ну, ладно, на бутерброды пойдет. С колбаской, еще с чем-нибудь. На будущее буду знать уже, не буду уже брать. Вот. Он на вкус ничего, но он, видите, ломается. Как сказать? Наверное, плавиться не будет. На вкус нормальный, но он не будет, наверное, плавиться. Мясо буду разделывать. Сейчас уберу все. Я покажу вам. Ну вот. Смотрите. Косточка только вот. Вот и вот. Вот эту. Не знаю, как она называется. Девчонки. Вот такие косточки. Две. Вот. И вот косточка такая же. На два кусочка. Так. Вот этот. Вот этот кусочек я засолю сейчас. Взвешу, засолю. Да что-то забыла вам показать-то. И сделаю грудинку. В луковой шелухе. Посмотрите, какое. Это сейчас я засолю. Это тут сделаю завтра. Ну, что-нибудь покушать. Может, гуляшек, может, пожарю. И вот такие три кусочка еще. Тяжеленькие. Ну, 6 килограмм вышло. 5,994, что ли. Вот, посмотрите, какая. Она вообще не жирная. А, кусочек сала вот с краю я отрезала. И я это на пельмени потом. Посмотрите, какое мясо. Посмотрите. Так что на вкус я там свинину никогда не брала. Попробуем. Вкусно, значит, будем брать. Ну, хотя у меня знакомые берут и говорят, очень хорошее мясо. Все. И вот кусочек тоже. Вот здесь вот я сало отрезала. Ну, так торчал. Я потом перекручу на пельмени. На варенике с сырой картошкой, на с квашеной капусточкой. Да хоть куда сало это пригодится. Все. Вот. Очень хорошее. Ну и все, наверное. Так, вот здесь, видите, у меня кило 200, ну пусть кило 250. Вот. Сейчас я посолочную смесь сделаю. Засолю, и оно у меня будет двое суток солиться, девочки. Так, скинула вес чашки. Вот нитритная соль. Я 12 грамм сделаю ее. На килограмм мяса идет 10 грамм. Раз у меня кило 250, я сделаю 12 грамм. И 12 грамм, ой, 12, ну да, пусть 13. И простой соли сейчас сделаю 12 грамм. И сахарный песок.
и все это перемешаю. Все, видите, 12. Так. И сахарный песок. Ну, грамм 5 можно. Все. Вот, извините, чайник закипел. Все. Должна быть, девочки, мало ли кто-то спросит, захочет. Сейчас скажу. Вот такая соль должна быть. 0,6%. Я в Валберисе выписывала. Так и писала. Нитритная соль для колбас. Вот. Ее очень надолго хватает. Ну и, конечно, сейчас это я помою, а это все вот так размешаю, натру хорошенечко все кругом, в пакетик и в холодильник на 2 суток. Буду доставать и вот так вот маленечко массировать. Все. Потом покажу, что у нас получится. Порезала мяско, девчонки, на завтра сразу. Что-нибудь приготовлю. Хорошее мясо. На вид очень хорошее. Вот. Так, мандаринку попробовали. Мандарины кисло-сладенькие и с косточками. Но не так много косточек, что прямо вот плеваться надо. И хочу посмотреть пакеты. Ну, вроде ничего, пакеты. Намного выгоднее. Я беру такие в магните 60 литров. Да там 20 штук. 20 штук. И 50 с чем-то рублей. Вот. Такие же пакеты. А здесь 65 литров и 55 штук. Короче, есть что купить в Светофоре. Мне там мисочки понравились. Есть такая эмалированная, красивая. 2,5 литра. Потом куплю, если что. Потом, знаете, из нержавейки такая большенькая. Литров, наверное. Что-то я не посмотрела, но 5 литров-то точно есть. Тоже около 300 рублей. 269, что ли. Потом мне понравились вот эти бокалы, наверное, на ножках. Простые белые. 6 штук. Тоже, по-моему, 300 рублей. Короче, в следующий раз хочу... Вот попробую мясо, если нормально. За мясом пойду. Спросила, когда привоз у них. Ну, точно она говорит, я не могу сказать. Вроде четверг-пятница, а так, говорит, машина сломалась, а в субботу привезли. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вот. А мы чай уже с маслом попили. С сыром, с маслом. Прекрасное масло, девчонки. Сейчас вот покажу. Сейчас уберу в холодильник. С таким сыром пили, да. Тот сыр не понравился, но у меня Саша 2 кусочка съел, Миша кусочек съел, Катерина кусочек съела, я кусочек съела. Ну, если что, угостим Найду. У нас Найда любит сыры тоже. Вот голландский вкусный сыр, не соленый, мягонький, хороший сыр. И масло. Девочки, вкусное масло. Так, это у меня, наверное, не соленое, да. Так что вот. Знаю, начну писать.
что хочу сказать? Что в таких магазинах мы стараемся брать подешевле. На слишком дорогие продукты у нас денег нет. Вот. Потом взять сыры. Можно подороже, конечно, взять. Но вкусные, вкусные. Масло. Ну что, вот у меня с чижика масло там. Я попробовала, оно не различить. Так там 180 грамм, 100 с чем-то рублей. А здесь 500 грамм. Так что, девчонки, мы живем по средствам, по своим. Знаю, начну писать. Даже это. Так, ну ладно, что? Вроде все показала. Мандаринки чистятся хорошо, кисло-сладенькие. Ну, в каждой долечке косточка. Вот. Ну ладно, немного взяла. Съедим. Вот тот сыр, только то, что тоже съедим. Ничего, на бутербродик утром с чаем, с маслом, с чаем уйдет. Уже, конечно, брать не буду. А пока не проверишь, сама не попробуешь. Откуда ты узнаешь, что не узнаешь? Можно этот продукт брать или нет? Я же говорю, мясо никогда не брала. Почему не брала, скажу. Как ни посмотрю, вот такое сало. Ну, толстое. Ну, не едят у меня сало. И мне надо это все срезать, и что там останется, думаю. Вот. Солить тоже неизвестно, какое оно, правильно? Будет жеваться, не будет жеваться. Из-за этого я никогда не брала. Но сегодня, сами видели, сала вообще нет. Так что, такую свининку, конечно же, почему не взять. Говядина эта без кости была, 399 рублей. Ну, говядину тоже можно взять для фарша. Я вообще говядину мы не очень любим. Хочется иногда, хочется. Вот я тут взяла ребрышки. Грудинку вот брала, суп сварили, поели. Все. Вот мне, например, больше не надо ее. Я даже и тушенку говядину не беру. Не то, что она подороже. Потому что, ну, брала я раза три, наверное. Нет, не надо нам говядину. Это тоже на любителя. Баранину там берут, да, вот так вот. Индейку, например. Брала я индейку и готовила и Мише, и Саше. Едят, но не так, например, как курицу, например, или свинину. Вот. Можно взять для разнообразия индеечку, да. Надо будет взять. Ну, так иногда. Также говядину. Вот. В общем, нормально. Есть что взять в этом светофоре. Есть. И подешевле. Сметану не открывала. Этот, не, как сказать, еще не кушали. Творог-то. Творожную массу. Вот. Если что, на ужин сделаем. Или на завтрак. Посмотрим. На ужин у нас есть что покушать. Все надо доедать. А завтра вот что-нибудь сготовлю. Ну, я думаю, рис. Не плов, а рис. С мясом. Морковку, лук. Рис отварю отдельно. Вот этот я хочу попробовать. Краснодарский, который купила. Миша любит пропаренный. Вот. Такой я беру на кашу. Ну, завтра я попробую сделать просто вот рассыпчатый рис. Отварю его, промою. В общем, покажу. Все, девчонки, на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто посмотрел меня, кто поставил лайки, кто подписался на Дзене. Всем огромное спасибо. Вот. За хорошие, добрые комментарии, за поддержку. Всем спасибо. Так. А, ну и, конечно, я потом грудинку покажу. Оно сейчас у меня будет солиться. Вот, 2 суток.
Я достану, пожамкаю вот так вот ее тыры-мыры руками. И в холодильнике пусть лежит.